Привет, я еще живой. А ты? Я просто не знаю, сколько живых подписчиков осталось на этом канале. Если ты вдруг меня видишь, ну потому что я себя сейчас снимаю на камеру, ты смотришь это на телефоне или на телевизоре, и такой типа, ой, я тебя вижу, ты живой. А я тебя не вижу, потому что ты себя не снимаешь на камеру. Поэтому поставь либо лайк, либо напиши что-нибудь в комментариях, чтобы я такой... Они там есть, есть для кого снимать новые видеоролики. Я буду стараться снимать на этот канал чаще. Ничего не обещаю, потому что много раз уже обещал и ничего не снимал. Короче, поддерживай лайком, комментарием. Я не буду затягивать. Приятного просмотра. Ну чё, ай! Ты тут какую-то закладку уронил. Ну чё, внучок, когда твой приход ждать? Я хоть пирожков напеку. Погоди, внучок. На, возьми на дорожку. А ты красивый. Что такое? Слушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Говори. У меня есть ребенок от первого брака. Ну ладно. Правда? Супер, ты будешь настоящей мамой для него. Кстати, а вот и он. Знакомься, это Петрушка. Ты даже его с собой взял? Так мило. Ой, Петрушка, не кидайся в свою новую маму козюльками. Плавник такой? Не могу. Кстати, а ты кем работаешь? Я? Ой. Я просто продавец. Продавец? Ну да, просто продавец. 30 тысяч рублей в месяц. Петруш, одевайся, нам пора. Папа, вечно самый интересный месяц. Приятно было познакомиться, пока. А за счет кто оплатит? Тарелочек. Туки-туки. Мам, я ж просил стучать. Считай, уже постучала. Так, ты давай быстро завязывай со своим там этим рукоделием и быстро за уроки. Ну ладно. Все, давай, быстро. Да блин, а... Весь в отца, весь в отца. Да мам, я же просил не подглядывать. Даже повязать нельзя. Кайф. А я дверь закрыл. Блин. Денег нет, с работы уволили. Еще и девушка ушла. Чувак, да все нормально. Ты умный, чем придумаешь. Ладно, давай, бывай. Надо было нормальный брать. А я тебе вообще-то говорила, что так будет. Надо было на программиста идти учиться. А я вообще-то так и думала, что так оно и будет. Вообще-то. Та-та-та. Чё? Ставка по ипотеке 11% минимальная. А я вот так и знала, что так оно и будет. Ух, какие бомбы. Ну и чё ж тогда ты не взяла? Тогда скажи мне, когда биток выводить? Да ну тебя! Нищий будешь всю жизнь! Ты милая. Не могу. Мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Ты такой классный. У меня двое детей. Как здорово, слушай. Познакомишь? Я так рада, ты будешь для них настоящим папой. Слушай, а кем ты работаешь? Ну, я работаю охранником. Охранник? В какой-то, наверное, крутой частной компании, да? Много зарабатываешь? Да нет, самый обычный охранник. Слушай, мне кажется, мне пора. Пока! Чао, какао! Конечно же, это видео должно было закончиться тем, что я олигарх под прикрытием, миллионер долларовый, который искал настоящую, чистую, верную, высокую любовь. Но это было бы слишком предсказуемо, поэтому я просто хочу прорекламировать свой телеграм-канал в комментариях. Подписывайтесь.